ДБ. Мембрана минус 6 ДБ. Значительно поднять голос и чуть менее значительную музыку. Такая же история, третий НР, шестой микрофон. А у меня можно немножко поднять музыку, это первый монитор, и голос тоже совсем чуть-чуть, прям чуть-чуть голос. А микрофон четвертый. А мне можно три голоса чуть-чуть? Это какой? Это был барабанщик, и у него такой четвертый инер. Ты не давай, надежда. И в третьем инере, пожалуйста, можно прибрать остальные вокалы. Не полностью, но останется под цифру 20. А у меня почему-то одна муха работает в первом мониторе. Короче, я звонил. Она опять дернула. Третий раз сказала, я перезвоню. Тогда значит. Раз. Что? 1-1. И можно будет, пожалуйста, в первом мониторе тоже убрать ребят голоса? Какой-то хотел я тут взять. Но не полностью. Это? Какой тебе микрофон? Нет. Шестой микрофон там чуть-чуть оставьте, пожалуйста. Нет. У меня в ушах. А сейчас произошло, что вот этот микрофон номер 4 у меня появился в ушах. Довольно значительно. И, короче, еще четвертый и шестой микрофон во втором модели надо прибрать, потому что он сейчас громче, чем мой, чем пятый. И получил пятый стоп реализации, это хорошо. А мне, пожалуйста, пятый микрофон вообще можно убрать из первого монитора. У меня, соответственно, еще тише из третьего нейра на других микрофонах. Не, у него...